Тут, значит, у нас смородина немножко красной и яблок в основном. Вот этих вот. Те, что растут у меня над сарайкой. И вот я сколько не делала мармелад, желейный там этот, на желатине или на агаре, мне ничего подобного не выходило. Я тут с такой силой сейчас вдолбила в пол-литровую банку варенья, еще вот это вот у меня осталось. И он напоминает какую-то супер густую карамель или мармелад. Ты ни разу ничего подобного не выходила. Тут вообще ничего специально не делала. Тут ни воды, вот только яблоки были. И смородина, и сахар. Стакана два или что-то в этом роде. Может, три. Я решила записать, хотя у меня времени в обрез, но такой будет коротенький видос. Просто охренела слегка с такого вот то, что вышло, результата. Реально такая густущая карамель. Вот так.